Интернет-канал подразделения Моторола, город Комсомольская, освобожден от украинцев. Артист работает. Чем он занят, вы видите. Украинской символики, мертвой символики нет. Нужна символика жизни. Новороссия. Все, счастливо, приезжайте. Жители Комсомольская. Некоторое время нам приходится контролировать блокпост, пока не подошли другие подразделения. Похоже. Вот. Символика Новороссии побеждает. Слава Господу Христу. ДНР. Все счастливо. Этот город находится на территории Донецкой Народной Республики, на территории Новороссии. Здесь никогда больше не будет украинской символики. Это наш город. А еще пару дней назад здесь были укры, и по словам местных жителей, они обещали остаться здесь навсегда. Ну почему Моторола ситуация изменилась? Моторола же как всегда сидит на вас. Вот брат Феникс, который всем вам, ребята, особенно руководству ДНР напомнил о том, что наша родина от Карпат до Тихого океана, и никак иначе. Помните? Новороссия. Да. Товарищ артист. Да, мы что задавим? Не задавят. Тише. Новая. Гурбовская. Еще, сука, пробил тут ней. Гурбовская, постирать надо. Я звезда Ютуба. Да. Да. Там даже эта самая девушка прислала, сделала, смонтировала ролик. Это слоник. Это слоник. Вот наш слоник. Слышь, а ну сделаем хомоток. Девушка прислала подразделению Моторолы. Привет. Сделала слайд-шоу. С видеозаключением. Отобрала лучшие снимки. Завалил это. Комсомольская, наш великолепный тополь затрофил шляпочку. Завалил Джека Воробья, блядь. Скажи честно, кого убил? Нечаянно. Нечаянно. Кто? Пират он был. Понимаю, что это были какие-то люди Ахметова и прочие киллеры, которые собираются вернуться. Операции. Какие-то неизвестные люди в черной форме с пиратскими крестами. Пытались прорваться на нашу территорию. Хуй там, не прошли. А я сработал хорошо. Пошел ночью, он сам кучит, извините. Все, всему хорошего, до свидания. Интернет-канал Новороссия, подразделение легендарного Моторолы. Бог, чтобы он такой был. Никакая вот эта гнида не посягала на нас. Техника разбитая при уходе в город. Кому это символизирует? Кто, как говорится, еще старая пословица, кто с мечом придет и от меча не помрет. Сейчас этот меч и возмездие и работает. Потому что очень много матов было. Вы видели разбитую технику укра под городом Комсомольская? Воевать они не умеют. Они умеют оставлять только такие надписи. Славить несуществующее государство. Слава Новороссии!